Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Монстры против зомби». Так, сейчас мы вспомним, на какой миссии остановились. Так, апгрейд. А у нас денег нету, какой апгрейд? Ага, здесь мы с тобой прошли, вот с 21-й миссии у нас все и начинается. Так, оставим... Слушай, вот этот скелетик, наверное, нам нафиг не нужен, мне кажется, да? Мы его лучше заменим. А на кого нам лучше заменить? На голема? Пускай будет голем. Так, здесь бомбочки, в принципе, нормуль. Все меня устраивает, поехали. Да, нам надо вот такую бомбу... А, у нас есть. У нас есть эта бомбочка, так что все хорошо. Так, давай лучников вызывать. Блин, прут. Так, еще лучника. Не-не-не, так не надо. Слишком дофига вас идет. Слишком вас много здесь. Бамс, стало меньше. Так, собьешь? Сбил, так ему и надо. Ну, давай-давай-давай, лукарь. Ты его должен забомбить. Так, вот магов нужно валить. Макс-сосунок. Так, ну-ка, как мои лучнички здесь? Отлично. У них все великолепно получается. Ну, блин, этот щитовик идет. Ага. Мы его прижучили. Так, голем, ты будешь бомбить сегодня или что? На, получи. Правильно, так ему и надо. Так, маг. Я вижу мага, он там издалека начинает бомбашить. Вырубили мы его. И еще один появился. Ну чтоб тебе, а? Мы его уничтожили там? Я не вижу. По-моему, да. Так, на всякий случай сюда еще закину одну бомбочку. Так, секундочку, скелетоша. А это еще кто там у нас? Копейщик. Ладно, копейщик мы тоже с тобой уничтожили. Ну, он, как ты видишь, лучники у нас тут стоят. На стреме. Все, не все? Есть, отлично. Так, ну что, там мы разобрались с 21-й миссией. Да что ты все мне апгрейд-то хочешь какой-то влепить? Так, на 24-й миссии у нас появляется новый чувачок. Я если прокачать, то только вот лучников. Нормуль, лучники нам пригодятся. Бомбы. Экстра-шот, но у меня нету кристаллов столько. Так что, что вы мне здесь втюхиваете? Погнали. Подожди, а где моя бомбочка? Я не понял, которая здесь была. Голем. А максимально можно одного голема такого позвать. Вот оно что. Тихо ты. Бежит он, просто на меня голову. Да, вот так вот и надо им. Тихо, друзья мои, тут кустарники идут. Ну-ка, бомбим по ним. Хм. А здесь не прокатывает, да? Как в Динобэше. Кстати, кто-то мне говорил, что в Динобэше, ребята, обновление. Я заходил в игру, никакого обновления я там не увидел. У меня все как было, так и было. Если у кого-то обновилось, то напишите, что именно обновилось. Не очень хотелось бы знать, что у вас там за обновы появились. Так, ну-ка. Давай. Да ну, тут мы разберемся. Я еще, наверное, больше бананов здесь сделаю себе. Блин, вот это, конечно, бесит. Он бесит то, что он издалека копьем своим тыкает, а мои ничего сделать не могут. Вот в этом они меня раздражают. Давай бомбочку скинем. Бананов целая куча. Yeah.
А интересно, когда тут у врагов появятся катапульты, а? Появятся ли они вообще у них? Не, они должны быть, потому что мы с тобой видели, да? На скриншотах там были катапульты. Вот это, конечно, немножко бесит, потому что вот они встают именно перед воротами и стоят. В Динабыш мы могли спокойненько с тобой туда дальше пройти, да? Так, ну что, 23-я миссия. Вот, видишь, катапульта? Должна быть. Ох ты, а почему это мне дали две? Мне не дали юнитов, мне дали... Зашибись, мне дали только просто вот бомбы. Испытай, называется, себя, да? Давай. Выбора у нас все равно нету особого здесь. Правильно, этого мага. Так, дай-ка заморозить его. Готов, хлопчик. Погнали. Просто з... Ох, кустарники. Ну давай, 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 птички. Бомбим. Но. Все, легко. Очень даже легко было. Так, это было 20. Да что это все мне логин, логин. Да, друзья мои, сейчас у нас откроется новый юнит. Ага, здесь есть бомбочка, по крайней мере. Что уже радует меня. Ну куда ты пошел? Что такая музыка невозмутимая. Тин-тин-тин-тин-тин. Просто на расслабоне. Так, ну-ка. Даже попасть не смогли. Зашибись. Слушай, я думаю, мои лучники должны, в принципе, с ними разобраться. Причем в легкую форме. Ну? Да, прокачка-то у них нормальная, они должны справиться. Ух ты, валун выпал. Давай сюда забросим. Наяриваем, наяриваем, друзья мои. Голема позовем еще нам на помощь. Так, бананов целая куча. Прокачиваем нашу пальму. Ну и что-то там. Типа спрятался, типа тебя не видно, да? Эй, маги, 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 маги. Зашибись, еще и у нее такой крепкий стал, что у тебя с одного удара уже не подбить. Так я тебя понимаю. С нами сила, с нами голем пришел. Голем, голем. Так, щитовик. А там, по-моему, кто-то. Я думал, что там маг стоит. Но нет, никакого мага не было. Все забрасываем. Ну давай, давай, давай. Где враги? Вот, они явились. Сосунок какой-то. Стоп. Скелетов, скелетов этих бомбите, пожалуйста, мне. Ага, голем начинает там. Бомбаши не по-детски. Идут. Ну этот щитовик-то вообще легкотня. По-моему, все, ребят. Тут победа безоговорочная наша. Кто-то там не успел даже появиться. Ну, че вы стоите? Даже не трогает его. Просто забрасываю, закидываю всех тут. Они даже не успевают ничего сделать, ребят. Ага, вот он. Фига себе, чувачок. С такой этой булавой. Надо посмотреть его в действии. А следующий юнит нам будет доступен на 35-й миссии.
Так, ну что, возьмем его, да? На пробу. Идут? Идут, супостаты. А куда они денутся-то? Вот у них почему-то никакого обновления нету. Я имею в виду среди монстров. Почему называется зомби против монстров? Где здесь зомби? Объясните мне, пожалуйста, а? Не, ну вот я вижу, тут скелеты одни идут. Ну, здесь идут еще горящие какие-то. Так, где у меня там чувак? Хочу просто посмотреть, что он будет делать и как он это будет делать. Как он их будет тут разносить сейчас в пух и прах. А-а-а, вот что он делает. Я-то думал, что он ближний, а он, оказывается, стрелок. Причем довольно неплохой стрелок. Так, секунду. Блин, бананов маловато. Ну давай, 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 накапливай. Все, отлично. Шмаляем. Слушай, ну если мы еще... А, мы можем еще вызвать. Я думал, что он один может быть максимум. Нет, их можно вызывать несколько. Круто тогда получается. А что он так далеко стоит-то? Ближе-то подойти тебе не судьба, что ли, парень? Видимо, не судьба. Прорисовка, конечно, у него очень отвратительная, у этого монстра. Согласись. Могли бы, конечно, и почетче сделать. Хотя бы как у этих. Что-то как-то все довольно легко и просто у нас тут проходится. Я не знаю, может быть, дальше будет какая-то сложность. Если вспомнить Динабэш игру, так там у меня горело «Будь здоров». Наверное, все знают, да? Здесь я прохожу вообще на изи. Даже не напрягаясь. Просто не напрягается. Ты сам прекрасно все видишь. Никаких проблем. Так, что тут у нас? А, мы получили свой уровень. Level up, 5. Всего лишь 5 уровень, что-то как-то долго у нас тут. Ладно, 26 миссия. Так, отряд я менять, наверное, не буду. Нет смысла, поехали. Хотя, если посмотреть, у него там, видел, какие-то монстры будут здоровые. Пока таких я еще не видел. И будут ли они вообще у них. Так, Маков, иди отсюда. Так, давай-ка вызовем этого нашего. Хотя он не успеет добежать, мы тут разрулим. Выходи. Тут можно одними стрелками, в принципе, неплохо бомбить. Танки практически даже и не нужны здесь. Просто дальники и вот этот вот, который сбивает всех. И все. Сейчас посмотрим. Видишь, он сбивает любого, любого противника, сбивает сразу же. Маг. Все, мага уничтожили. Ну и, соответственно, побольше лучников выбирать и все. Так, прокачиваемся. Все прекрасно, все отлично, все заргут. Так, давай сюда. Все, вот как мы только, ребята, встаем здесь. Возле пещеры этой. Все, враг практически ничего сделать не может. А мы их запинываем тут. Только шорох. Просто я наугад уже ставлю бомбочки. И вот таким вот образом мы их вырубаем. Хотелось бы, конечно, посмотреть каких-нибудь новых монстров со стороны врагов. Что, у них одни и те же скелеты, магии. Хотя бы броню им какую-нибудь давали, да? Как вот здесь вот скелеты же появились с броней, с касками. Могли бы остальных облачить какую-нибудь защиту. Ну,
Так, я уже думал, все, прошли. Нет, еще не прошли. Так, этот носорог вообще фигня полная. Хоть он идет с щитом, но он так быстро разбирается. По-моему, все. Уровень пройден, да? Есть. Да, легковато, очень легковато. Ладно, я буду надеяться, что появятся новые монстры. А то как-то, ну, не айс. Кстати, у нас же с тобой денег достаточно, мы уже можем апгрейдить. 22 тысячи, конечно, можем апгрейдить. Кого? Вот этого, например. Так. Вот торпеда почему-то у нас не может апгрейдиться. Этот до сих пор еще тренируется. 16 минут еще ждать, нифига себе. Так. И базу. А также бомбы. Ледяную. И вот эту. Так, ну, всеми бомбами, которые пользуемся, естественно, лучше прокачивать. Ну, вроде бы как все, да? А где возможность нам выбрать, например, ну, бомбу, например, да, или... А, тут уже все это стоит. Все, я понял. Все это уже стоит автоматически. Окей. Я думал, почему мне не дают там ловушку поставить и тому подобное. А оно уже стоит. Ладно, тем проще для нас. Так, погоди. Так, эти бомбочки еще прокачаются, они все будут бомбить колоссально. Так, что-то их тут много как-то. Так, ну-ка давай. Это все заберем. Прокачаем нашу пальму. Да чтоб тебя, маг ты вшивый, а? Не захотел. Сейчас мы его уничтожим. Так, вызовем дальника. Я офигею, маг справляется со всем. Почему у меня нету магов никаких, а? Почему у меня только стрелки? А магов нету. Вопрос номер один. Где мои маги? Мага нифига не дают. Ладно, шиш с ним. С этим магом. Давай, 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 забамбливай. Он идет там. Самый злой и самый сильный пока вот в данный момент, именно по урону, это маг. Как начнет бомбить своей этой фигней, ураганчиками или чем он там, бумерангами какими-то. Все, валит практически всех. Причем фиг до него достанешь, а? Смотри. Стоит там где-то он, в закромах. И пользуется этим моментом. А вот этот чувак на улитке тоже, кстати, мощный. Готов. Все? Быстро, быстро мы, однако. Так, хорошо. 28-е, так. Ну, тут осталось немножко до 31-го уровня. Так, друзья мои, знаете, что я хочу? Пишите мне в комментариях, стоит ли дальше в нее играть, или будем закругляться. Потому что, ну, посмотри сам. Уже долго играем, а все на одном месте, в том числе. Одни и те же монстры. Так что обязательно пиши. Если не будет вообще никаких комментариев, то я автоматически в нее перестаю играть.
Так, банановое дерево, давай расти. Ой-ой-ой, вот это вот. Хорош. Посмотри, сколько их. Мне нравится вот эта вот бомбочка, там. Как напалмом шпарит. Так, погоди секунду, что так много вас? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, тихо ты. Мы так не договаривались. Я все, конечно, понимаю, но не до такой степени борзеть-то. Угу. Так, давай сделаем вот таким вот образом. Надо мне срочно нашу пальму прокачать, все. Ну и чего стоят там, а? Давай вот этого вызовем. Метателя шаров. Так, замечательно. Погнали. Так, это маг там отдуплился, да? Я видел. Чё ты так медленно идешь-то, ё-моё? Побыстрее ты не можешь как-то поддать ходу? Ах ты, маг. Мага, 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 нужно срочно вырубать. Вырубили? Нет, нифига не вырубили. Как же он меня раздражает, а? Так, по-моему, ушатали мы его. Вот там даже не успевает появляться. Как просто. О, а, а кстати, ты заметил, торпеда, когда ударяет этого щитоносца, вот этого, а она не убивает его с первого удара. Вот что я увидел. Ну. Вот они идут. Да, этот хорошо бомбит своими этими булавами. Но все, не все. Есть. Прошли на одном дыхании, ребят. Нет, они начинают, конечно, круто. Начинают они круто, и идет их как бы целая орда. Я уже даже немножко начинаю паниковать, но потом почему-то как-то вот мы расправляемся с ними быстро. Ладно, я надеюсь, что дальше-то будут какие-то новые монстры. Погнали. Я даже не использую вот эту бомбу, кстати. Хотя в Динабэш я обязательно, ребята, ее берег для самой-самой сложной ситуации. Тут пока такой ситуации я не увидел. Ага, магистр кислых чая, дупился, я видел. Я видел, что он там пытался выйти, но ничего у него не получилось. Так, вот опять этот. Ну, так, замечательно. Это спрятался все-таки, да? Он спрятался. Так, забираем с собой бананы. Прокачаем пальму. Вот так вот. Готов, партизанище. Так, давай на опережение брать. Откуда вот это? Я не пойму, это то ли корова, то ли кто это такой, вообще непонятный. Непонятный монстр, если честно. Угу, нахлобучили. Так, давай, выходи. Соколиный глаз. Да лучи и промахнулись. Сейчас, 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 сейчас сделаем так. И вот так. Вон он, магистр кислых щей. По-моему, мы его уничтожили. Он ничего не успел там особого сделать. Так, еще залпик. Ага, максимальное количество. Сколько, значит, два? Два можно, да, только поставить. Понятно. Будем знать, что максимально вот этих можно два. А у нас уже практически все по максималке. Мы больше никого не можем призвать.
Ну что вы там идете, супостаты? Так, маг. Вот начинается, вот как он только появляется, все, ребят, трындец какой-то. У меня магов нету. У меня чисто стрелки. Ну? Чётенько. По-моему... Блин, нет, еще не все. А вот сейчас, по-моему, все, ребят. Да. Торпеда может сбивать противников. Ну, это понятно. Так, ну что, ребят, 30-я миссия. Ну что, я готов? Ага. Сразу поползли шитики. И сразу же получили по полной программе. Моментально прям. Так, бомбим. Где же ваши новые дружки-монстры, а? Скажи-ка мне. Мне вы дали нового монстра, почему себе вы не дали? Непонятно. Так, шикарненько. Вот максимум последнего, что они, да, это усилили вот этого вот скелета. Дали ему шлем. Но против торпеды, как мы видим, это бесполезно. Шлем, не шлем, он любого сносит. Но. А чё так быстро максималка-то уже? Так, бананы, наверное, нам нужно с тобой подкачать. Отлично. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, партизаны. Успокоились. Там маг... Нет, это не маг. Вот он, блин, маг. Готов. Лучники сразу выпускают по несколько стрел, и они даже ничего не успевают сделать. А вон он. Пройдоха несчастный. Подбили мы его? Подбили. О, да неужели, друзья мои? Кто? Ух, ничего... Чего? Фига себе. Да ну нафиг. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Фига не будут бизоны. Трындец какой-то. Вот это да, вот это противничек. Вот это был противничек. Фига, просто всех смели на своем пути. Эти вон издалека их только разбомбили. Да, опять. Опять идут. Да у них еще полоска здоровья, ты посмотри, какая здоровая. Ну, а что это он? Это он так заморожен? Замороженный, что ли, так становится? Слушай, по-моему, торпеде по барабану. Он торпеду сносит просто в лед. Есть. Трэш какой-то. Да, вот эти вот громилы, конечно, серьезные противнички. Так, и мы с тобой перешли на новую локацию, где на 35-й миссии мы с тобой получим нового бойца. А дальше мы с тобой не получим нифига, очень долго причем. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!